Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Андеркун. Мы продолжаем наше приключение во вселенной Stellaris за мехафанатов. И мы боремся с этим дурацким Эль-кластером. Значит, почему я не могу убрать отсюда флот и пойти там воевать, как я хотел? То, что постоянно отсюда будут лезть вот эти темпест-шоулы по 60 тысяч. Да, у нас, конечно, база здесь ставится, но... Вряд ли база без потерь сможет с этим справиться. Задача попытаться нарастить флот на имеющихся ресурсах без особого захвата, что плохо. С войной вот с этой вот получается не очень удачно. Я вряд ли смогу довести оккупацию до того, чтобы Йолдары согласились отдать мне их вассалам. Я сейчас на паузе променеджу планеты, чтобы не тратить время. Что ж, с менеджментом мы закончили. Можно продолжать. Пополняем еще, наверное, флот за счет стали. Третий. И нужно будет начинать интеграцию подданного такими темпами. Не дам я ему особо развиться, к несчастью. Это не ухудшит наши позиции. Да нет, в принципе, у нас мощь флотилии большая, нас должны бояться. Да, начинаем интеграцию подданного. 84 месяца на это уйдет. Нужно ли улучшать отношения? Да. Наверное, на всякий случай помещу сюда одного дипломата. Да, наш дипломатический вес чуть-чуть пострадает, но это не страшно. По науке у нас сейчас репетихи вовсю идут. Блин, время, конечно, потеряно время. Зарядное количество времени потеряно. Да, у нас тут есть конструктор, который занимается занятием этих систем. Вопрос в том, раньше можно было терраформить планеты в нанитовом секторе. Сейчас по-прежнему нельзя. Почему-то. Может, нужно сначала нанитов остановить. Вот, но надеяться, что мы сможем таки сектор под себя забрать. Так, ну что, флоты наши. Потихоньку нужно будет зачищать этот сектор вокруг дополнительной системы. Так, административный лимит. Ну, вместимость флотилии можно добить до упора. Она, по-моему, тоже на пятой заканчивается. Только как третий флот там и делаем все еще. Ну да, на даче линкоры делаются. Так, у нас здесь куча ученых. По случаю, ой, необходимости. Да, влияние мы тратим на интеграцию, но у нас сейчас его прирост огромен, конечно. Сейчас самое поганое, что может случиться, это хан может проснуться. Угу. Да что ж тут радиация в пустошах-то постоянная. Да, у нас сигнал горизонт квест есть. О-ла-ла. Вообще с ударами бы, конечно, войну закончить как-нибудь.
Но я к ним вряд ли пролететь могу. Вот в чем проблема. Не, ну технически я смогу пролететь к ним. Вот здесь эльврата есть. Здесь темпосты какие-то гуляют. А, они пошли дальше парня этого вычесывать. Не, если они напорятся, конечно, на мародеров, то будет плюс. Мародеры-то, по идее, их могут отстрелять. Особенно в центральной системе. Главное, чтобы хан не проснулся, это будет полный провал. В общем, потом прыгаем через эльврата сюда и выходим через вот эти системы. Можно будет надавить на ялдаров, чтобы они мне отдали этих ребят вассалами. Вот этих вот, возможно, под будущую интеграцию тоже. Но вот этих ребят придется сейчас интегрировать, конечно. Массово заселять планеты, которые у них есть, конвертить их население в синтетиков. Да. А тут еще линкоры делаются. Хорошо. И мегаверфь нужна тоже. И врата нужно строить. Где мы, кстати, врата? В Асеке строим. И на фабрике. Синтинаски есть, и в Тунаре Вортексе у нас есть врата. Хорошо. Тунаре Вортекс грейдится в цитадель. Нам солдаты понадобятся. Где? О, ребята сами решили полететь со мной повоевать. Мой союзник это видит. Ой, как интересно. Они, правда, мимо темпостов, по идее, не смогут пролететь. Если что, у меня есть врата. Ну, тут нас мародеры закрывают. Ладно, посмотрим. Сейчас надо думать, что здесь решать. Очень хороший такой вопрос будет. Я все надеюсь, что Юлдаром кто-нибудь войну тоже объявит. Они портят наши отношения. Флот у них хуже некуда относительно моего. Нанитовые преобразователи можно, конечно, поставить у себя, но я не вижу особо в них смысла. Я ресурсы редкие и так буду добывать. А вот нанитовые актуаторы можем даже и поиспользовать потом. Так, вот он, их флот летит. А как он полететь решил? А, он вот так летит, да? Ну, моего третьего флота должно хватить для того, чтобы их остановить, если что. Кстати, можно еще стали прикупить чуток. По 8 тысяч. По 10 тысяч. Это очень хорошая цена. И слить все во флот. Даже не знаю. Ладно, сливаем. Да, пошли уже корветы строиться. Это хорошо. Так. То есть они снизу пролетают. Ой, ну хорошо. Пусть пролетают снизу. Когда интеграция закончится? 76 месяцев. 6 лет. Так, продолжают наши репеттехи на нас работать.
Минералом я особо не беспокоюсь, там у нас планетки достроятся, если что. В любом случае, через Эль-Врата им нужно будет лететь через терминал Эгресс. У нас тут и дача, у нас тут третий флот. Даже какая-никакая баска есть. Аж на 5000. Должно быть нормально. Так, нам там врата надо ставить. Нужно будет сталь еще подсейвить. Дальше. 65. 60, 60. Ну, скорость атаки кинетики. Добыча минералов у нас должна апнуться. Кто-то с кем-то договор заключил. Так, а по идее я их корабль должен буду получить в итоге интеграции. Это кто тут летает? National Jeep. Здесь очень много планет. И у меня как раз будет 75 лет. Ну ладно, 70, там еще интеграция будет идти. На то, чтобы вот этот вот участок развить. Конечно, вот этих ребят я хорошо не успею развить. Ладно, посмотрим. Значит, влияние можно подсейвить под аркологией, наверное. Так, зона строительства врат. Придется сталь купить по бешеной цене. Окей, энергию тоже на врата нужно подсейвить. Вернитесь сюда, чтобы на воротах сидеть, господин конструктор. Да, вот эту торговлю я сейчас подключу вот этими вратами дополнительными. Фабрики врата. Сблизят наш торговый центр. И на Наосеке я хочу базу, которая будет бафать стабильность. Все равно торговля будет через портал идти. Здесь конструктор потихоньку занимает Аль-Кластер. 7 флотов по 60 тысяч, это 420 и 118 база, это 520 силы. Да, скорее всего, мои корабли лучше. Да и расположены они неравномерно, то есть... Не все их флоты будут сразу нас атаковать, но, конечно, двумя флотами я это вряд ли осилю. Вот когда третий достроится, там уже о чем-то можно будет говорить. Ну, минералы чуть поднялись в цене. Сейчас опять с едой могут быть проблемы при интеграции. Ладно, какое-то количество пищи мы скупим. Мне бы еще... Нет. Мне бы еще спящих, которые здесь явно живут, тоже под себя подгрести. Потому что технологии нужны. Да и планеты у них хорошие будут. Так, ну чё, где этот флот Йелдаров? Нету флота Йелдаров. А у нас тут сенсоров нет. Давайте слетаем, посмотрим с помощью сенсоров, что там как. И на всякий случай, ребят, с вами отношения лучше, чтобы они мне границы не закрыли. Хотя я и собираюсь на них напасть. Там линкоры еще строятся. Ничего, где их флот? А вон их флоты.
По-моему, нужно завершать нашу войну, используя этот переход с помощью Эльврат. Тем более у нас здесь флот будет в 100 тысяч, так что ох-ох-ох-ох, летит он, завоеватель. Не, ну у них тут тоже как бы флот есть. Нужно достроить корветов. Покажите мне, что у вас за флот. О-о-о-о-о. Отстой. По технологиям отстой у вас, пацаны. Ответственно вам в этом заявляю. Ага, он драпает в панике. Ну как в панике? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз. Ага. Мне еще его ловить придется. Наверное, меня увидел просто. Они что, бомбят там что-то? Угу. Сейчас еще одни врата доделываются. Риган Коммерс Эксченж. Какая прелесть. Как будто мне было куда влияние девать. Эх. Зона строительства врат готова. По-хорошему надо и в терминал эгрессе ставить еще одни врата. Как бы в идеале для логистики. Нам понадобится сталь купить. Достаточно дорого причем. Ладно, мы можем себе это позволить. На крайняк можно сделать вот так. У нас все хорошо с энергокредитами. Наверное, здесь. Ага, они вверх полетели все-таки всей толпой, да? Нет, не всей толпой, они, увидев мой флот, передумали тут же. Ой, ребята, вот это вас еще ловить тут, прыгать по системам. Ладно, третий флот, займитесь. Там, в принципе, в случае что, у нас есть дача на 30 тысяч силы. У нас есть боевая станция. 35 тысяч. Поблизости есть флот, если мы упустим. Так, а давайте-ка мы залетим, убьем эти два флота и тут же вернемся. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Кто там решил, что он улетает? Два флота, они сразу прыгнули сюда. Да? Ты посмотри на них. Три флота. Ой, а мне не наваляют тут? Да не, не наваляют. Я их разметал вообще мгновенно. Так. Товарищи ученые. Ситуация полностью под контролем. Здесь мы потеряли чисто корветов. И здесь мы потеряли чисто корветов. То есть ребята свою функцию полностью выполнили. То есть три флота он слил.
Дорого, но что делать? Так, может сунуться туда? Да нет, у нас третий флот в отъезде. Гоняется тут за всякими. А, давайте слетаем сюда. Так, два флота вычистим и сразу домой. Блокировать выход из этой системы. Здесь что? Ой, он еще один флот тянет. Но у меня двигатели намного лучше, я его поймаю. Третьим флотом своим, там еще два линкора. Так. Это мы прыгнули, сейчас мы их там поубиваем быстренько. На дальней дистанции. И правда выпускают перехватчиков, но мы тоже выпускаем перехватчиков. Бубух. Мы еще каких-то потерь понесли. Ну и ладно. А, ну да, придется вас вручную отправлять всех. А давайте пройдемся просто. Кто у нас там покалеченный? Продолжительность жизни лидера. Синтетика. Да, в основном. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не. Давайте какого-нибудь новичка туда отправим. Я думаю, раз они выплюнулись, то до следующего раунда у меня есть какое-то время. Третий флот, как ваша увлекательнейшая погоня? Блин, ну тут как-то много флотов у противника сбиваются в стаю. А у меня подкрепы еще не подлетели. Хм. Хотя... Адмирал теперь разведчик. Поздравляю, у него скорость еще выросла. Так, они улепетывают туда, в Сим. Эти летят на соединение. Ну ничего, сейчас мы им флоты постреляем. У нас сравнительная мощь флотилии и так огромная. Мы только усталость накрутим. Нам нужно захватывать территории. Осаждать планеты. Чтобы противник сдался. Ладно, пехота летит. О, мир где-то произошел. Так, ты только сразу сбеги оттуда, как только разведаешь. Восемь тысяч наука, неплохо. Вау, класс. Research concluded. Science ship sustaining damage. Да, его убьют, скорее всего. Construction project concluded. Скорость строительства. Это что? Тунари Вортекс. И последний модуль. Что тут? Прочность щитов пусть снижает база. Thank you.
сделаем вот такой маневр, чтобы следующий за нами флот успел долететь. Угу. Давайте массово изучаем эту систему. Так, там наши ребята полетели, если что. Как там третий флот? Чё, никак не догонит? О, мы их заставили походу струхнуть. Не, они просто здесь висят. Третий флот отстает на два прыжка. Но это не проблема, он их догонит. А куда вы, пацаны, летите? Очень интересно. Стоп. Третий флот. А ну-ка, давай-ка ты сюда просто прилетишь. То, что они летят, походу, в систему, где темпесты тусуют. Может, они на темпестах своих кораблей сольют. Я как бы буду не против. Еще аномали фаунд. А где темпесты? Тут был. Сори. Прошу прощения, мы продолжаем. Зачищаем кластер. Так, сервис закончился. Можно следующую систему еще отлететь. Научники там сами разберутся. Куда им лететь? О, а тут темпесты были. Что с третьим флотом? Да я дам ему лететь. Встанем на краю системы, чтобы не атаковать случайно. Все, первый флот, давайте, ведите за собой второй. Возвращаемся домой. Так, я тут лишних корветов перестроил. Случайно. Они, наверное, на переходе остались. 2-4. Как так получилось? Понятно. Так, лишние минералы. О, тут баталия у пацанов с темпостами была. Я ее пропустил. Опачки, он за моими транспортами вылетел. Транспортники, давайте прыгните под защиту флота. Где подкрепления летят? Вот два линкора. Остальные не пойми где. Ученый какой-то опоса. Нет, стоп, куда это они там улетают? Мне это не интересно. Я вот эту флотилию хочу разгромить. Мусорная сфера. Ладно, как скажете. Так, научные корабли, которым больше нечем заняться. Давайте нам последнюю систему. Здесь из полезного срок действия указа. О, мы их поймали. Отлично. Сейчас на дальней дистанции сначала их расстреливаем конкретно. Так, ну. Корветы, как обычно, на себя принимают урон.
Терминал Эгресс улучшается. Тут еще у нас первого уровня адмирал, но мы должны разобраться, я думаю. Да, у них куча мелочи, конечно, это минус для меня. Фу, 91 корвет у них здесь был. Понастроил компьютер. Ну, неэффективного оружия против моих линкоров, ну, хотя один он заставил отступить даже, и второй близок к отступлению. Да, мы плохо мелочи разгребаем. Какие-то войны. Два линкора потерял. Три линкора, ничего себе. Разгром мы им учинили, конечно. Адмирал отнулся до четверки. Это хорошо. Где их флоты? Ну, вот их флот. Кстати, вот этих неприкаянных можно вот сюда и за... запулить, ребят. Нормально, тут еще и титан почикали. Нас тут хорошо потрепали на самом деле в этом бою. У меня против мелочи ничего нет просто. Блин, мне нужно оккупацию делать. В той войне. Вообще, дачу можно отправить следовать за третьей флотилией, потому что дача сейчас не так нужна на терминал Эгресе. А вот как бэкап некий. Еще один линкор. Да исследуй. А, на Териме мы уже заканчиваем. Нет, стоп, знаешь что? Давай аномалию ты оставишь более опытному товарищу. Вот так. Они разбили флот на три группы по 10 тысяч. Зачем-то. Ладно, как скажете. Так, на Стуреле можно взять базу. О, а это что такое? Да это ж мой вассал. Ничего себе, парень. Да ты красавчик. Куда вся эта богадельня летит? Он переформировал флот и летит вот. Ну, эти 22 тысячи мы сейчас... А, ты смотри, какой компьютер интересный. Он что, он сбросил... Нет. Я сначала был подумал, что это такая клевая тема, что он отделил поврежденные корабли, отправил их на ремонт, а сам пошел. О, это уже новые корабли. С иксами. Ну, класс-то мы, ребятки, и... встретим. Ладно, двигаемся за флотилией нашей. Тут у нас дача летит. Там у нас подкрепы летят. Я не ожидал, что их флотилия так нас потрепает. Ну, не особо на самом деле потрепало. В основном корветы сбиты. Но несколько потерянных линкоров. Это прям для меня было... Что это? Два корвета мы увидели, а ну на это плевать.
System survey concluded. Здесь ребята от воин от космической станции убиваются, да? Блин, а вассал мог бы неплохо там на юге повоевать на самом деле. Да, у нас есть реген, конечно, на Титане. Но это кроха. Нам бы флот поремонтировать по-хорошему. Но эту пачку я снесу на иксах, по идее. Если он, конечно, своими гигапушками ударит, но они в щитах должны увязнуть. Хотя они против щитов хороши, но щиты у нас полностью отрегенены и большие. Да, мы начали удар раньше за счет бонусов к дальности стрельбы. Опа. Лучевым копьем. Ой, какая прелесть. Попал. Ну, это все корветы умирают. Они, собственно, свою задачу выполняют. Они прикрывают более крупные ценные корабли. Так, здесь 10 тысяч, которых почему-то боится мой вассал. Может, он с другого бока решил зайти. А, у него тут подкрепа летит. Ну окей. Осталось у них сотка, но мне нужно будет еще оккупацию доводить. Жесть. То мы займем, то ребята в ассамблею какую-то вступают зачем-то. Ага. Тут ремонт встал. Нам тоже не помешает поремоться. Хотя на регенке мы вон чего-то там нарегенили. Просто титан не хотелось бы потерять на самом деле. Оп. Пошла оккупация. Ой, ну да, это мы тут сильно от одной только станции не получим. Блин, вассал собрал флот. Суммарно 25 тысяч. Зачем-то он его разделил. Думаю, 1030 у него флота есть. Вообще мог бы он нам и помочь очень хорошо. Наш вассал замечательный. Research concluded. Все, стоимость строительства мы максимально снизили. Энергокредиты, кстати, начинают что-то проседать. Так. Караванщики нарисовались. Угу. На Дангал 1. Очень интересно. Безусловно, мы принимаем их предложения. От техников. Так это же наша единственная планета с энергетическим миром. С энергетическими районами. Прям подарок. Так, менеджмент будет на паузах, наверное, между видео. То, что и так скорость у нас в течение времени, к сожалению, на такой большой галактике с таким количеством планет страдает. Ух ты! Впервые вижу, чтобы так близко к центру галактики была система. А, наверное, это заспаунило так хитро.
Червяка. А может это какой-то ивент, которого я не знаю? Может это похоже на систему, где живет псионический аватар. Обычно. Так, третий флот приехал добивать мелочь противника. Молнии хорошо по мелочи работают. 2 наших отчаянных корвета бросаются в бой. Так. Выйти на орбиту. Надо полечиться. Срочно. Хоть чуть-чуть. Пробуем оккупацию выкрутить. Срок действия указан. Нашу пехоту никчемную будем бафать. Так, это что такое? Это тут корветы какие-то летят. Не, ну это не страшно, на самом деле. Это уже не страшно. Почему? Потому что на терминал эгрессе у нас уже 7000 база. Ну это серьезно уже. Война. Они еще живы? Да, Мехазур Экстерминаторс еще живы. Так. Учитывая, что мы дачу отсюда убрали, надо все-таки пушечные батареи здесь быстренько доделать. Это наши флоты здесь прикрывают. Если еще раз Темпест Шуали отсюда вылетят, я, наверное, в ответ сунусь в ту систему. Мне тут не хватает. Так, смотрим и плачем от того, какая у нас плохая пехота. Ну да, надо много репит-техов, чтобы она могла что-то серьезное спящим сделать. Ну что, наш флот? Ребят, ну порепейритесь, пожалуйста. Ура. Вроде чинятся. Да, 4000, а там пехоты 100 с лишним транспортников. Так не, мы не чинимся что-то. Сколько в день мы? А, во, пошли чиниться. Ну хорошо. Видимо, очень много кораблей одновременно чинятся. Вот, пошла жара с оккупациями. Зона строительства врат доделывается. Не похоже, что тут есть планеты, которые можно терраформить и хоть как-то использовать. Ладно, серую бурю добьем, и видно будет. Так, ну что, мы дочинились. Крутотень. Там что-то летит, какая-то фигня. На 7800. Ой, ребята. Так. Давайте эти 7800 убьем все-таки. То мало ли они по душу нашей базы пошли. На терминал эгрессе есть врата. Окей. Это хорошо. Что тут за флоты есть? Тут есть 7400. Но тут есть и наш вассал, кстати. Он на Стурил летит зачем-то. Зачем, мне непонятно. Ладно, бог ему судья. А эти ребята? А эти ребята летят куда-то, утки. Ладно, на языке мы сейчас планеты поштурмуем. Здесь линкор с конвета. Два линкора с корвета.
Да, база 1300 их, если что, не остановит, но я надеюсь, что они будут бояться моего вассала. Блин, там еще флоты есть какие-то, это надо подавить их по-хорошему. Ну, сейчас вот эти вот 3000 убьем, 7800 убьем, чтобы в тылу у нас тут не было развлекушечек. Фу, о, молодец, вассал, он на Сакис пошел. И отсюда противник дергает. Опа, кто у нас инженером стал? Первый адмирал еще и авторепейром занимается. Радостно. Не, ну хорошо. Так, флот мы поймали. Вот эти 3000. Это хорошо. Если наш вассал сейчас Сакис захватит, мы еще и туда сможем высадиться пехотой. Синтон у них планета. Ребята, у вас синтетиков даже и близко нету. А вы синтоном планету называете. Блин, хорошо, что у них тут пехоты нет оборонительной. То мои роботеки несчастные, недобитые. Они ща тут бы наполучали сейчас. Так. Тут дурацкая война получается из-за того, что я тут темпостов караулю. Ага, дача нас догнала. Привет, пока. Флот у них тут был, видите ли. Можно базы их позанимать, в принципе. Нужно еще 22. А, все, мы захватили планету. Можно следующую брать, Серудму. Блин, хорошо бы мой вассал вот этот флот поймал, но он же его не поймает. Стопудово. Станцию захвачу, просто чтобы им было чем заняться. Та и 6000 заодно грохнуть вот эти можно. Чтоб компьютер о себе много чего не думал. Так, ну наш союзник чуть-чуть флота поймал. Наш вассал. Не, не поймал. У него нет иксов, да? Не, есть. Угу. О, тут вверх, кстати, была, судя по всему. Губернатор Хифанира стал увлечен архитектурой. Какая прелесть. Минералы кто-то, видимо, перестал особо продавать. О, колонишип убейте. Так, давайте высадим в наглую сюда войска под прикрытием вассала. Рушится какими-то флотами тут соперник. Не, ну противник тут пытается какие-то флоты собрать в кучку. А ребята летят, наверное, у станции починиться. Ну, Юнилем
планеты займем и сразу дергаем отсюда транспорт. Это, в принципе, особо не навоюешь. Тут есть как бы пара планет, но... О, слушайте, да тут флот прям собирается. Сюда надо мне лететь все-таки на юг. Воевать с ними. Надо, видимо, станции вот эти поубивать. Там где-то еще верфь есть, судя по всему. На Вичаз он движется. Это куда? А, окей, да, я согласен. Генерал наш качается, чтобы умереть у спящих. Обычная судьба наших генералов, когда мы синтетики. Здоровье армии, урон армии, урон кинетики. Скорость атаки, кинетики. Блин, время тратится на этот L-кластер. Я воюю одним флотом. Уже половина прогресса прошла интеграция. Это где наш Spaceport Sustaining Damage? Вот мне прям очень интересно. Это где-то, наверное, опять транспорты в воздух поднялись. Или что-то в этом роде. Ох, какой тяжелый был автосейв. А, ну да, еще ж будет беда, когда мы интегрируем нашего подданного, у нас там конвертить всех начнет в синтетиков. Тоже такое будет. Еще 18. Ну, вполне возможно, что нам хватит вот этого куска. То есть мы проходим сюда флотом. Захватываем эти планеты штурмом. Салькроны случайно с ними не воюют. Они воюют с кучей какого-то другого народа. Межзвездная исследовательская сеть прошла. Я уже и забыл про галактический совет. Меня интересует строительство светлого будущего, естественно. Но это уж как получится. Не, молодец наш вассал, он там что-то делает, он даже транспорты прет бесполезные свои. Третий флот с дачей шатается. Жехаб Симор. 3600 флот. И вон еще 10 000, 11 500. Врата на фабрике построены, отлично. Вот здесь можно, значит, улучшать старпорт. Что и здесь они 183 дня. Ну да, даже дольше он будет делаться, к сожалению. Ну ничего. Блин, надо закладывать чудо света. Что там у нас? Разрушенная межзвездная ассамблея. Значит, ее надо продублировать. Это заодно нам даст возможность продавливать в Галактическом Сенате все. Не говоря уж о том, что у нас будет бездна разных дипломатов, с помощью которых с любым парнем можно будет временно задружиться для прохода там или еще чего-то. И, кстати, третий адмирал уже догоняет наших основных ребят.
Нужны ли мне еще где-то врата, чтобы прям аж нужны? Да я не думаю. На Бенгале можно, конечно. Шикарная энергетическая планета в количестве одна штука. Нет, там мы Блин, что я делаю? Заболтался, называется. Так, давайте стали еще купим. Она по 3, по 4 нам подходит. О, наш вассал. Молодец. Зачищает нам тут территорию, помогает. Даже единичку оккупации добавит. Ой, ну дача там пока дочапает. Ну пусть чапает, вряд ли дача Солянова может там 25 тысяч флот одолеть. Хотя как знать. Кто-то там врата поставил. Ребят, ну давайте вы уже это признаете неизбежное. В конце-то концов. Интересно, что тут за спящие. Блин, спящих еще надо вынести, чтобы не было этой раздражающей войны. То есть кризис, когда там война спящих. Он будет неинтересный, потому что компьютер будет просто двумя флотами влетать в разных частях галактики и бояться друг друга. Если как звучит так, это раньше работало. Угу. Не, ребята настаивают на том, что они все могут. Блин, может там и темпостов-то уже не осталось особо. Надо каким-нибудь бесполезным пацаном прочекать. Можно вас так вдвоем направить? Нет? Слишком сложно, да? Так, ладно, двигаемся дальше. А где пехота висит? А вот пехота висит. Давайте на Астичи. 16. Но этих планет, наверное, не хватит. Придется здесь тоже что-то захватывать. Не, ну компьютер там какой-то флот даже скопил. Даже. 12 и 17 тысяч. Ну, это как бы серьезнее, чем у моего вассала. Хотя, нет. Ну, чуть-чуточку. Куда-то Насакис уходит. Зачем тебе Насакис? Он Роман, наверное, хочет захватить. Ну окей, чувак. Так, давай, ученые говорят, тут можно джампнуться сюда. Свободно. Да, здесь такой быстрый будет разгром, что у нас даже нотификашка не успеет появиться. О том, что мы вообще в бою. Ворота на Асеке построены. Красота. Давай, изучай, наслаждайся. Ой, блин, ну только вот не этот баг опять. Я не помню, как его лечить.
Что за странные звуки? Да, дурацкая вражеская флотилия, которая неубиваема по неизвестной причине. О! А, это они в бою со мной, но я не в бою с ними. Классный баг, люблю его. Может, 1000 лет. Если я не ошибаюсь. У нас там, правда, корветы летят. Какие-то линкоры. Вдруг они что-то смогут. Нет. А, ну тут бой не начался даже. Research concluded. Урон, здоровье. Блин, ну продолжительность жизни мне настолько бесполезна, поэтому можно даже административный лимит брать. В нем хоть смысл есть. Ладно, пусть улетают с фуелы. Мы джамбом просто зайдем мимо них. Пехота у нас строится там нон-стоп. С этим проблем нет. О! Вернули они себе систему, называется. Тоже мне. Блин, там же этот глушитель. Дурацкий. А вот интересно, как наши подкрепы теперь лететь будут. Очень интересно. Ну, летят как ни в чем не бывало. Сейчас противник свалит. Мы зайдем. И все наши флоты улетели, да? Стоп. Это кто вообще исчез? Очень странно. О, ну эти ребята хотя бы стоят, тупят. Надо же было мне чихнуть. Так, ну окей. Минус 16. Здесь у нас всего 2 планеты вражеских. А, они зависнут в этой системе, да? Угу. Как и дача. А, нет, все. Все, ребята сразу полетели. Бессмертный флот. У компьютера, конечно, стабильность шикарная. Сложность плюс 20 ему дает. Урон, броня, минералы, броня, давайте. Так. Из базы никак не захочет восстанавливаться. Да, линкора не хватает. Да, линкора не хватает. Окей, ладно, ребят, давайте тогда на север. Вон там противник собрал флотилию офигительную. Чтобы нас контратаковать. Ясно.
Ну, пока тут пехоты повысаживаемся. Ну да, на севере придется занимать еще планеты, чтобы в этой войне дурацкой выиграть. Потом уже темпость там кормить. Так, поехали. Ресурсы есть, четвертый флот. Правда, у нас стояночных мест, чего нет, того нет. Что ж, пришло время их расширять. Это где у нас? А, на Вакрадиле. Ладно, пусть пока стоит. Если я буду строить какой-нибудь мир кольцо, я буду строить его там. Еще чудо света там строится сейчас. А, кстати, наладить производство чудес света, но стоповое, пока есть время получить от них профит. Так, что там в галактическом свете? Изменить размер света 4. Да сейчас. Я потом его не доведу до 2 обратно. Блин, а все так радостно этого хотят. Давайте вернем сюда послов наших. Что вес нашего голоса был максимальным. Вот так. Не хочу, чтобы эта штука прошла. Совет мы будем нам одним забирать. О. Что у меня, по-моему, тормозить потихоньку. Да, потихоньку начинает. Ладно, в любом случае. Я думаю, что на этом мы этот эпизод закончим. По-прежнему я еще с эль-кластером не развязался, но, в принципе, к этому все идет. Я думаю, 3 флотов с нашими технологиями должно хватить, когда мы закончим войну на юге вместе с дачкой. Приедем, разметаем. К тому моменту мы интегрируем нашего подданного и получим еще его флот на халяву. Я думаю, что интегрируем. И дальше можно будет разобраться с мародерами и со спящими сходу, наверное. 4-й флот делается. Мы начали строительство чудо света. Вопрос пока открытый по бонусам за стремление. Защитник галактики мы 100% возьмем. Для борьбы с кризисом. Межзвездная власть может пригодиться. Мастера-строители, галактические чудеса. Ладно, посмотрим. У нас еще 71 год до самой ранней даты кризиса. Я очень доволен своей наукой. Мы уже давным-давно штампуем повторяющиеся технологии, что очень хороший показатель. Стали я своей не очень доволен, но скорее всего это потому, что да, мне нужно менеджмент провести. Мне нужно очень много переселить ребят. Административного лимита у нас запас будет под интегрируемого вассала. Кстати, фабрика почти доделалась. Что самое интересное. Да. Почти доделалась. Можно здесь заранее уже ставить лаву, я думаю, очередную. О боже, тут этот филиал синдиката этого дурацкого, который мы все никак не выгоним, да?
Блин, они от нас доходы получают отличные вообще. С моих несчастных планет. Елдаров надо разносить. Это не дело, что они с меня стригут купоны. Но это все будет в следующем эпизоде. По поводу патча, я думаю, что просто в Steam есть и что. Как-то можно было, я помню, мне кто-то рассказывал, откатиться после патча назад, если вдруг сейвы несовместимы. Но я надеюсь, что все будет нормально, и сейвы будут совместимы. С вами был Андрюкун. Встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.